Так, друзья, добрый день. Смотрите, что бывает, когда люди пытаются починить машинку сами. Здесь у нас Bosch. Вот он. И вот у нас щеточка Bosch. Кто определит? Я не знаю, видно, не видно. У нее вот так вот срез. Вот. Его вставили наоборот. Естественно, здесь все пообгорало. Потому что, смотрите, у нас идет двигатель, а щетка идет вот так вот. Вот, соответственно, нужно щетку ставить вот так. А ее перевернули и поставили вот так. И она касается самой тоненькой частью. Поэтому мы щеточку обратно сейчас засовываем правильным направлением. И вот поэтому люди жалуются на, по-моему, ошибку F21 или F23. Я уже не помню, честно говоря, по памяти. Одной рукой засовывать щетку, это, конечно, и снимать другой. Все, здесь щетки поменяли, осталось сделать то же самое на другой стороне. Там видно, сделали, я так предполагаю, то же самое. Сейчас. Да, здесь у нас, видите, вот обгорело аж все. Вон черная полоска. То же самое. Щетку нужно ставить наоборот. Вот так вот. Вот этой вот стороной. И все будет хорошо. Все. Собрали. Просто можно это делать, когда опыт позволяет, без снятия двигателя. Подобные вещи. Это не проблема. В принципе, все. То есть я это делаю уже пальцами на ощупь. Все, сейчас собираем машинку, будем проверять. Убрать ошибки. У нас F21. Вот так вот. Сейчас мы сбросим и запустим. Все, сбросили ошибку. Запустили на отжим. Сейчас посмотрим, чтобы она у нас запустилась. Это наша машинка. Она включает двигатель только через 30 секунд после того, как запускается отжим. Где-то на 30-32 секунды. Сейчас на секунд 15 вращается. И сейчас должна запуститься. Ждем. Проверим качество работы. Все, щелчок был. Машинка начала крутиться. Все нормально. Так, все, машинку сделали, косяк поменяли. Большое спасибо всем за видео, всего хорошего, счастливого, пока.